Ричард, кажется, вы приболели. А если точнее, вы очень скоро умрете. Наконец-то. Как скоро? Как будете себя вести? Меня зовут Ричард, я ваш преподаватель литературы. И с этого дня мы занимаемся по моей авторской методике. Кстати, если у кого-то есть травка, можем обсудить и у меня в кабинете. Спасибо, пока. Я тут слегка приболел раком. Всем пока, не умрите тут от скуки. Твое здоровье. Обожаю шутки за 300. Итак? Зануда, садись, 4. Но я даже не закончила. Найди парня. Вы не против, если я дуну? Они что, там травку курят? Это такой новый метод. Где ты это взял? У милой девочки скаута. Бывшей, разумеется. Сейчас она стриптизёрша, впрочем, довольно посредственная. Что происходит? Вы набухались или обкурились? Взрослым можно все сразу, глупышка. Нам надо поговорить. Я как ректор этого университета... Имеешь полное право трахать жен преподавателей этого университета. Например, мою. Может, ко мне? Почему нет? Она мне подмигнула. Вы склеили ее быстрее, чем она приняла заказ. Твои похождения, Ричард. Надеюсь, родители рассказали вам всю правду, что финал у всех одинаковый. Поэтому не продуйте свою жизнь, детки. Каждому дан только один шанс. Схватите его за яйца и не отпускайте. Цените этот момент и боритесь. Что здесь делает твой садовник? Он хорошо копает ямы. За нас! Твою мать, Ричард, это же хрусталь! А к черту, меньше бокалов мыть. Я Ричард. О, понятно. Вижу, вы нашли общий язык.